Меня зовут Эд, и сегодня у нас будет лучший в мире рецепт для очистки крови. Очистки и разжижения крови. Все мы знаем, что если кровь густая, начинают образовываться тромбы, и это очень-очень опасно. Данный рецепт состоит из специй, которые будут разогревать, разгонять, чистить кровь, и буквально двух очень ценных кореньев. Берем необходимое количество данных специй и кореньев и перемалываем все на порошок. Это касается кореньев и это касается гвоздики, так как гвоздика, специя, продается в таких веточках. В принципе, все остальные специи, они продаются в порошках, но если вдруг что, все должно быть в порошковом состоянии. А теперь давайте посмотрим на наши ингредиенты. У этого рецепта есть основные противопоказания, конечно, есть и какие-то другие противопоказания, все смотрите по своему состоянию. Основные противопоказания: болезни сердечно-сосудистой системы, дальше, высокое давление, болезни тяжелые, хронические, почек и печени. Вот это основные противопоказания. Дальше, что нам еще нужно? Нам, конечно же, нужна качественная водка. Ну, вот она, брендовая качественная водка. Нам для данного рецепта нужна одна бутылка водки, то есть 500 мл водки. Берем каждого из данных компонентов, вы увидели, берем по 2 чайных ложечки, готовим соответствующую посуду. В принципе, можно, если тут бутылка с широким горлом, можно осторожно прямо в бутылку водки все эти перемеленные специи и коренья осторожно насыпать. Если нет, тогда берем банку и с широким закручивающимся горлом и в нее ссыпаем все наши коренья. Хорошо закрываем и ставим в темное место. Каждый день хотя бы один раз. Вот так раз и встряхнуть. Много не нужно. Опять ставим. Настаиваем не менее 2 недель. Где-то после 4 недель настойки необходимо все идеально профильтровать. И теперь правильно как употреблять. Начинать необходимо именно данной настойки с одной десертной ложки. Если все в порядке, через неделю можно перейти на 1 столовую ложку. Как правильно делать? Один раз в день, утром, после пробуждения, на голодный желудок, берем 1 стакан молока, подогреваем его до хорошего теплого состояния, где-то 45 градусов, берем 1 чайную ложку качественного, сырого, непастеризованного меда и размешиваем, растворяем в стакане хорошо теплого молока. И добавляем нашу настойку. Как я и сказал, начинаем с 1 десертной ложки настойки. Потом, через неделю, если все в порядке, давление там и так далее, все отлично, значит, переходим на 1 столовую ложку. Добавляем в это молоко. Хорошо все размешиваем. И натощак 1 раз в день выпиваем. Смотрим на свое самочувствие. Если вы здоровый человек, в общем, будет все окей. Если у вас какие-то проблемки или вам за 45, конечно же, смотрим по своему самочувствию, там, меряем давление, что-то еще делаем. В общем, все контролируем, чтобы на первых этапах не было никаких побочных явлений и не было никакого отторжения организма от всех этих специй. Так как у некоторых людей может быть и какая-то аллергическая реакция на какие-то коренья, какие-то специи. Поэтому первые несколько дней очень осторожно работайте с этим рецептом. Идеально сделать 3 курса по 20 дней. 20 дней 1 раз в день утром, 20 дней пропили данную настойку, сделали перерыв 2 недели. Опять пропили, опять перерыв 2 недели, и 3-й раз пьем, и все,
можно потом несколько лет уже просто жить полноценной жизнью. Через несколько лет можно данную чистку, данное обновление организма и чистку и разжижение крови повторить. Это шикарный рецепт. Он на клеточном уровне обновляет кровь, разогревает кровь, она быстрее двигается. Потихонечку, если вдруг у вас есть небольшие сгустки, небольшие тромбы, а такое я наблюдал недавно на УЗИ, прямо в сердце делали УЗИ человеку, и в сердце такой маленький сгусток, уже практически тромб. Вот для таких людей осторожно работать с такой прекрасной терапией, о которой я только что рассказал, это лучшее средство на Земле. Вот такой отличный рецептик на сегодня. Для вашего организма, для вашей крови и для вашего здоровья я сегодня вам и рассказал. До встречи на моем канале. Не болейте и пока. Всем удачи и мир вашему дому.